Уже третий год в Якутске успешно существует настоящее «Лебединое озеро». Эко-проект, который появился благодаря народному бюджету и помощи спонсоров, на радость детворе, жителям и гостям столицы, целое лето здесь плавают утки, гуси и лебеди. Проект оказался весьма удачным. Его посещают в день более 300 человек. Сюда приходят влюбленные пары, мамы с детьми, пожилые горожане и пациенты близлежащих больниц. Общественная палата города Якутска совместно с журналом «Байнай» предложила превратить время запуска птиц в добрую и полезную торжественную традицию. Проект вот этот «Лебединое озеро» появилось в 2016 году благодаря бюджету города, проекту «Народный бюджет». И сегодня он начинает вот уже второй год, и с каждым годом все становится все лучше и лучше и лучше. Сегодня каждый горожанин, который пришел сюда, может участвовать и посадить свои цветы. Это вот акция «Посади свой росточек добра и мира». Вот, сохраним живую природу. Работники городской клинической больницы дружно вышли на субботник и посадили цветы. Активисты округа помыли ограждение. Цветы, кашпо, землю и прочие принадлежности предоставил добрый спонсор – сеть магазинов «Хозмаркет». Но хочется, конечно, помогать и далее, потому что мы видим масштабы этого всего, мы видим все то, что происходит, улучшается. Поэтому я думаю, что на будущий год наша помощь будет намного сильнее, чем в этом году. А так я очень поддерживаю, конечно, такие мероприятия. Если весь город Якутск, все озера станут такими, то мы будем с вами жить прекрасно, дорогие горожане. Поэтому я благодарю очень организаторов, тех, кто смогли это воплотить в жизнь. Спасибо им большое, этим людям. Все, кто выступили в этот день на озере Шорса, подчеркнули уникальность Лебединого озера и желание облагородить подобными идеями весь Якутск. В этот день никто не перерезал никаких ленточек. Все ждали, когда в озеро запустят лебединую семью, привезенную из зоопарка Арто-Дайду. Благородные пернатые величаво поплыли к середине озера. Кажется, они вспомнили, что жили здесь прошлым летом. Отныне каждый желающий якутянин может сфотографироваться на фоне этих красивых птиц недалеко от центра города. Лебединое лето началось.